Тики-тики-тики-тики-так-так-так. Тики-тики-тики-тики-тик. Ой, ребята, привет! Ха! Хотите поиграть со мной в мой домик бизиборд? Я уверен, что хотите. Давайте начнем. Эту стенку я называю застежки. Мы сейчас с вами научимся закрывать разные застежки. Такие застежки часто бывают на куртках. С ними все очень просто. Нужно сдвинуть вот этот ползуночек. Опа! Готово! Следующая застежка называется липучка. Она очень липкая. Такую частенько делают на кроссовках. Все очень легко. Раз и закрыто. Эта застежка называется шнурки. Их делают на кроссовках тоже. И на всяких ботинках там. Со шнурками придется повозиться. Делаешь две петельки, скрещиваешь между собой и затягиваешь. Готово! Я, кстати, долго учился шнурки завязывать. Чего не скажешь о пуговицах? Обожаю пуговицы! Пуговицу просто нужно вставить в дырочку. Раз, два, и готово. Раз, два, и готово. Раз, два, и готово. Такая застежечка часто встречается на поясных сумках, ремнях. С ней все просто. Чик, и готово. Ну а это всеми нами любимая молния. Бззыть. А это, кажется, почтовый ящик. Интересно, а письма есть? Так, а тут не письма, тут какие-то игрушки лежат. Вытащу-ка я их отсюда. Хм. Закрою обратно. Интересно, а здесь у нас что? Ой, еще игрушки. Какие-то головы. Ха, я, кажется, знаю, куда ставить этих человечков. Вот сюда. Так, сюда поставим вот это тело и вот эту голову. Какая-то синяя кошка. Странная. Так, в следующем домике у нас будет синяя коровка, наверное. Где же ее костюм? Где же ее костюм? Вот он. Моу. Так, в следующем домике будет жить свинка в своем костюмчике. Хрю, хрю, хрю. В следующем домике будет жить мишка, бурый мишка и его костюм. Вот так. Хо. Дальше мы должны будем найти домики для этих фигурок. А искать мы будем вот здесь. Так, первая фигура – красный круг и одна дырочка. Следующая фигура – оранжевый овал и две дырочки. Один, два. Дальше – желтый треугольник и три дырочки. Один, два, три. Следующая фигура. Зеленый квадрат. Один, два, три, четыре дырочки. Следующая фигура. Синий пятиугольник. И один, два, три, четыре, пять дырочек. Последняя фигура. Фиолетовый шестиугольник. Один, два, три, четыре, пять, шесть дырочек. Ну что, ребята, видели, как хорошо я знаю цвета и фигуры, а еще умею считать до пяти или до шести, да даже до десяти умею. Еще одно задание с фигурами обожаю. Так, зеленый квадрат будет жить вот здесь. Ой, вот так. Голубая звездочка. Ха. Подходит. Красный кружок. Сюда. Оранжевый овал. Поставим его вот в эту дырочку. Фиолетовый шестиугольник.
будет жить вот в этом домике. Отлично! И последняя фигура – желтый треугольник. Поставим его вот сюда. Так, а тут у нас что? Это паутинка. С ней очень весело просто играть. Вот так вот. Двигать эти шарики. Ну, в общем, для малышей. Ага, тут у нас лабиринт. Нужно помочь синему кружочку пройти до самого конца. Так, крутим. Едем дальше. Вот так. И... Ой-ой-ой. Здорово. Так, тут у нас разноцветный барабан. Скукотища. И цветные шарики. Один, два, три. Красный, желтый и зеленый. Прямо как светофор. Дальше помогаем цветочку пробраться на другой конец. Приподнимаем резиночки и проталкиваем его. Вот так. Ну, тут у нас пчелка просто летает. Вот так. И какой-то квадратик. Классный домик! Мне тоже он очень нравится. Хочешь себе такой же? Тогда ищи ссылку на магазин в описании. Пока-пока!